Что такое игрушки? Игрушка – это такая вещь, в которую можно играть. Это такой предмет, который дети играют и развиваются. Это машинки, которые можно поиграть. Например, грузовик. Это предмет, который можно играть. Очень аккуратно. Где можно и где нельзя играть игрушками? Нельзя играть в дороге, нельзя играть в лифте. Можно играть в палке, можно играть дома, в садике, на детской площадке, на стадионе. Дома, в садике, в клубе. Нельзя играть в лифте. Нельзя играть на обрыве, где глубокая речка. Где на порезе части. Еще играть нельзя, где запрещено. Какие игры тебе нравятся больше всего? Барби. Мячик, машинка, лошадка, конструктор. Мне нравится поезд, который быстро ездит. Сапсан. Мне нравится Барби. Это игрушка, с которой можно играть, можно переодевать и можно играть в разные игры. У нее есть такой туалетный столик, где она приводит себя в порядок. Еще у нее есть гардероб. Там у нее лежат красивые платьишки. И обувь у нее там тоже красиво лежит. Мне больше нравится Китти. Это котенок белый. Его можно включать, и он ходит, и мяукает, и шевелит хвостом. Расскажи о своей любимой игрушке. Моя любимая игрушка – это пчелка. И пчелка, она очень хорошая, милая, полосатая и очень добрая. Моя любимая игрушка – Барби-русалка. И в воду опускаешь, и она светится синим цветом. Это очень красиво, и это мне очень нравится. И у меня грузовик. Или мусоровоз, или трактор. Я с ними играю. Например, завожу за песок. Мне нравится настольная игра. Ходьба такая. Кидаешь кубик, и там ходишь. Там есть финиш, где можно побеждать, где старт. Она меня учит читать, помогать мне и развиваться.